Настоящий праздник ждал ребят из социально-педагогического центра и домов семейного типа в развлекательном комплексе «Паутина». Трехчасовая программа с интерактивными играми, конкурсами и веселыми аниматорами. Популярные персонажи встречали маленьких гостей и вместе с ними соревновались в ловкости. Идею провести благотворительное мероприятие поддержали неравнодушные солигорчане. Аниматоры наши солигорские ребята, мы с ними уже не первый раз организовываем что-то подобное, и они всегда по первому зову работают со мной в тандеме. Поэтому, когда я им предложил, они сразу же согласились и поддержали меня. Детишки разных возрастов, начиная от 5 лет до 17. То есть мы думали, продумали программу абсолютно на каждого, чтобы было весело как маленьким, так и взрослым. Целью данной акции – это чтобы объединить детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. В развлекательную программу входит это лазерное шоу, анимационное шоу, боулинг и детский лабиринт. После активных игр участники с удовольствием подкрепились сытными угощениями. Ребята постарше попробовали свои силы в боулинге. Продолжила развлекательную программу игра «Лазертаг» на свежем воздухе. Многие играли впервые и не скрывали своего восторга. Такое мероприятие, формат нам очень нравится. Ребенку очень нравится так. Много детей, он у нас любит, когда много общества, игры всякие, ему нравится играть. Ну, очень хорошо и красиво организовано. Есть и аниматоры, которые с детками развлекаются, куча конкурсов. Ребенок хоть и маленький, ему 4 года, но ему интересно в них участвовать. Он повторяет за аниматорами движения. Вот, в принципе, формат таких мероприятий очень даже привлекателен не только для детей, а, скорее всего, даже и для родителей, чтобы ребенка вывести куда-то, чтобы он не сидел дома, чтобы пообщался с другими детьми. Выражаем огромную благодарность организаторам мероприятия для наших деток. Спасибо за прекрасные эмоции, за праздничное настроение, за счастливые лица наших деток. Ведь каждому ребенку нужен мир, где можно радоваться, петь, танцевать, играть и просто быть счастливыми. Завершилось мероприятие вручением памятных и полезных подарков от организаторов. В планах сделать такие встречи регулярными, чтобы как можно чаще дарить радостные эмоции тем детям, которых их, к сожалению, так часто не хватает.